Всем привет, с вами Эдгар, и вы на канале Мысля Геймица. Играем мы в GTA 5. Это мой персонаж. Вот такой вот бородатый. Лысый. И толстовочка такая, три четверти рукава. Такая же, как и у меня в реальной жизни. Я ее купил за 50 баксов. Вот. Купил также вот эту хату, которая стоит 500 тысяч баксов. У меня тут кухня, телек, диванчик, там комнаты, короче, прихожая. Плюс еще у меня гараж. Вот, тут можно выпить сок зеленый такой, яблочный. Можно просто выпить винца для бодрячка. Так вот, вино как кровь какой-то. Ну все, погнали. Видите, какой у меня видок с моей квартиры. Офигенный видок. И дом у меня очень красивый. Здесь можно в телескоп позырить. Вот, что-то там приблизить, отдалить. Так. Ну, на телеке я вам не буду показывать. Это комната моя такая. Офигенная. Тут можно завалиться спать, отдохнуть. Такое, опа. И хорошо, так уютненько завалился и спишь. Поспал, короче, встал, все бодрячком подтянулся. Пошли переодеваться. Так, у нас тут, значит, гардероб. Я тут прикупил себе костюмчик такой. 5500 или 6000 баксов стоит, короче, такой. Такой синего цвета, рубашка на распашку, все такое. Вот. Так, ну что такое? Ну вот выбрали мы на... Выбрать. Сохранить. Так, ну что такое, а? Я ж не просил. Вот. Сохранить костюмы. Перемещение камеры назад. Блин, какого фига? Не понял. Одежда. Костюмчик выбрал. Окей. Окей, все, ништяк. Вы знаете, что вот... можете подсказать, как вот это пикание убрать, вот когда вот эти сообщения приходят? Так меня раздражает вот это все пикание, звуки, стрельба какая-то тупорылая. Вот это мой душ. Вот я не знаю, тут можно ли принимать душ или нет. Короче, подскажите обязательно, как мне убрать вот это пиканье. Прям пипец, как меня раздражает. Так, тубзик. Такая прикольная ванна тут. Только вот тут подойти ничего делать нельзя. Ладно. Пошлите дальше. О! Звуки приглашения, точно. Отключить. Мелодии. Ох ты, ништяк. Я тут спрашивал и нашел.
Такая вот у меня, короче, хата прикольная. Так, что тут показывает? Выйти на улицу, выйти в гараж. Выйти из квартиры, войти в гараж. Войти в гараж. Гараж у меня на 10 машин. Вот такой вот, смотрите, красивый. И я такой иду, значит, походничок у меня такой высокомерный называется. Эту тачку я так между делом что-то ездил, заехал, завез ее. А купил я вот этого. Альба. Вот, черная тачка, я еще не прокачивал ее. Как бы в процессе. А вот эту красненькую просто надыбал на улице. Что-то заехал и, в общем, она тут осталась. Я думал, нельзя забирать тачки. Оказывается, можно взять вот такие тачки, которые на улице стоят. Если она не чья-то там, какого-то игрока. Притащите в гараж. А, и, кстати, можно еще эти тачки увозить и сливать. Ну, типа, воруешь тачки и продаешь. Я вчера одну такую продал за 3000 баксов. Можно работать, короче, так. Садимся в машинку. Заводим мою красавицу. Так, фары можно тут включить. Так. Ну шо? Ну шо, дружище? Вот она. Погнали. Я пока что включил пассивный режим, чтобы чисто погонять. О, фары включаем, потому что по правилам дорожного движения, которое мы типа будем соблюдать. О, кто-то бежит. Куда вы бежите? Вот куда, куда? Чувак бежит, похоже, моя футболка такая. Ух ты, менты кого-то там ловят. Так, давайте, знаете что? Поедем-ка мы с вами и надыбаем себе оружие какое-нибудь. Так, оружие. Давайте найдем оружие. Где у нас оружие? А, вон. Амуниция. Во, сколько нам ехать нужно. Ну что, можно сделать карту побольше. А можно и не делать. Поехали так аккуратненько, так красиво. Смотрите, как прикольно. Чуть велосипедиста не сбил прозрачного, блин. Так, гонять не будем, все четко. Кто-то тут ездит и мозги парит. Тут просто подписчики есть, которые выцепляют, когда я захожу. Приходит поиграть, думает, что как бы это у меня сын играет. А на PS GTA играю я. Ну давай, братан, ты будешь подниматься, нет? И вот пытаются, короче, вроде как поиграть. А мне такое вот играние не очень прикалывает. Детский сад, где там что-то убивают, что-то бегают, как эти, блин. Тут же прикольно так все можно, блин, поездить. Смотрите, горы. Тачка прикольная. Потихонечку. О! Эх, не хотел. Ну что ты сигналишь сразу мне так? Я же только тут учусь, как бы там все дела. Вчера я тут вроде как поездил. Мне просто нужно маленько это...
руку набить, как говорится. Оп, не туда. Вот так вот. Теперь туда. О, красота какая. Да хорош уже. Ну нафига ты не выезжаешь на встречку? А так вот, да. Ох, летающая моя тачка, красавица. Ничего. Батя научится ездить, что вы думаете? Всегда, блин, комом. В жизни-то я нормально езжу. Просто нужно научиться. Так, там что-то какой-то путь короткий. А, ладно, будем по трассе, короче, ехать. Дороги, кстати, ничего, нормальные. Ох, поцарапал я свою ласточку тут уже, оказывается. Кстати, здесь что прикольно, если вы поездите. Оп, 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 оп. Опа! Поцарапайте свою машинку. То потом ее можно... Ну, давай быстрее уже, олень. В гараж к себе домой заезжаете, и она как новенькая, вообще без проблем. Тратите вы на это деньги или нет, я не знаю. Вот так вот, так вот, а вот так вот. Я люблю, что там нарисовано на плакате, что-то на 7-Up похоже. Бо. Игрушка реально прикольная. Мне очень нравится. Не ожидал, что она прям мне так понравится. Здесь все как в жизни. Дороги, люди, поступки. Вообще все так же. Опа! Нам сюда надо было. Вот так. Даже дороги чуть-чуть раздолбанные. Почти приехали. Так, тут у нас на разворот. Вот этот, наверное, магазин, так. Опа! Вот так, вот так, парковочка прям. Моя красавица. Так, пошли себе пушку покупать. Гангстерская амуникация, или как его-то. Так, что тут у нас есть? Что тут у нас есть? Нож есть, значит, да? Так. Пушки. Давайте позырим. Так, пистолет, значит. Понятно. Тяжелая снайперская. Так, это что такое? Типа мне недоступно, что ли? Что-то не понял. Этот предмет станет доступным после 29 уровня. Так, уровни у меня, короче, типа... Так, себешные, да? Давайте посмотрим. Мох, мачете, вы только что... А, мачете. Торговля оружием в Африке, не только его распространение. Так, это тесак. Прикольный тесак. Сейчас посмотрим, может, тесак себе организуем. Малый ПП. Ракетная установка. 75 тысяч. Так, высокоточная винтовка. Дробовик обрез. Бесплатно. Бесплатно?
Так, дробовик. Это у нас пистолет. Мощный пистолет с очень сильной отдачей. Магазин вещает 9 патронов. Так, молоток. Для чего молоток? Бутылочка. Карманный пистолет. Так, это у нас что? Только что открыли этот предмет. Тяжелый дробовик. Так, карабин, винтовку булпал. Давайте-ка, что уроном больше? Ну, по-любому вот это мы купим. Это раз. Так, расцветка, да? Так, ну на расцветку мы бабло не будем тратить. О, а тут даже розового цвета есть. Так, ракет. Две. Черная расцветка. Черная, да. Ракет 2. О, 10. Вот так вот. Ладно, давайте. А, ракет максимум набрали, понятно. Так, давайте позырим, что тут еще есть, получается. Взрывчатка, так. Бомба липучка мне недоступна, да? Граната. Чем мне это все недоступно, что ли? Так, это беспонтово. Пестики доступны. Ножи. Так. Нет, это мне не надо. Мне надо вон вверх еще. Я не докупился еще. Так, мачете тоже возьмем себе. Конечно же. Это у нас... Что такое? Неконтактная мина. Защитите двери, окна и дымоходы в вашем доме от неизвестных гостей с помощью этих... О! Датчиков. Движение входит в праздничный сюрприз. Давайте купим. Две штуки. Так. Вы только что открыли этот предмет. Так. А вот это, кстати, что такое у нас? А. Фонарик. Так, фонарь. У меня есть фонарь? Фонаря нету. Возьмем. Малый ПП. Это автоматическая модель сочетания с двух тактов. Барабан. Звуки ее выстрелов подойдут к его гулу. Так, урон. Вот это хорошая штука. Так, винтовочку мы тоже себе купим. Патроны. Сколько там этих патронов надо? О, максимум. Магазин большой емкости. Ну, пока хватит. Глушитель. А, глушак, да? Давайте. Так, что ты там? Кто-то тут стреляется. Магазин не работает. Короче, это мои подписчики. Пытаются тут кого-то завалить.
типа это бесплатно. Не, братан, мне здесь бесплатно не надо, я бы просто купил, красиво ушел. Так. Так, что тут еще есть? Завалили чувака. Че? А вон он, чувак. Спрашивается, нахрена? Зайди в тусовку. Не, пацаны, короче. Взорвали мне, короче, тачку. Ну нахрена, нахрена, дружище, нахрена. Не до тебя. Ну давай, ладно, погоняем, чё. Решили, короче, меня покатать. Ой, вот, дружище. Взорвал мне, значит, тачку. Просто решил покатать. Вот это, короче, расклад сегодняшнего дня. Вертолетик, вертолетик. Ух, ничего себе. Давайте покатаемся. Да. Купил себе вертолет, братан. Отлично. Вообще супер. У чуваков здесь, короче, вертолеты, все дела. У меня просто задачи другие. Я тут костюмчик себе, патроны. Короче, оружие. Вот. А пацаны здесь уже прокачаны, у них есть много денег. Власть своеобразная. Да, куда-то мы летим. О, смотрите, такой вот вертолет. Военный, Маринес какой-то. Да, и чё, куда мы летим, братан? О, ночь. Шоссе Лос-Анджелеса или Лос-Сантоса. Даже эти мигают специально, смотрите. Над тачками летим, офигенно. Ух, смотри, тачку зацепил. Это да, вместе с человеком. Тут и такие приколюхи есть. Едешь, значит, едешь себе на машине, а тут бац и взлетаешь. А вон, смотрите, мы вдвоем сидим, вон. Вон. Вот он я. В костюмчике, там моя рубашка на распашку видно. Вон тот чувак.
Так, идем на посадку. А он просто себе тачку прихватил, я так понял, а? А мы идем, короче, на посадку. Ништяк. Прилетели. Куда пойдем? Так, оружие как тут выбирать? А, у меня пассивный режим стоит. Давайте покатаемся. Чувак тут что-то на Мерс похоже. У меня почти такая. А, нет. Так, куда здесь можно, интересно, поехать? Можно тут, короче, смотрите. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ништяк. Надо какую-нибудь машинку прикольную выбрать. Эх, тачка прикольная была. О, теперь у меня Хаммер, ништяк. Офигенный таз. Куда ты, чувак, погнал? Так. Поехали за ним, позырим, что тут происходит. Тут есть где-нибудь, интересно, тусовки, клубы, может, какой-нибудь клубешник? Где? Так, дом? Этого чувака здесь дом, что ли? Да, подпустим. О! Хаммер прикольный. Я тут тоже квартиру купил.
Салют, короче, пускают. Ништяк ты, чувак. А вообще-то базука. Ох, это его интересно машина или чё? Да, его, видишь, подсветка. А, с подсветочкой прокачанная тачка такая. Да. Как у него ник-то, интересно. Надо посмотреть. Хорошо. Ну, я то, что здесь научился рулить. Нормуль. Чё, куда едем, братан? Куда вообще едем? Вот карта что-то показывает. А, вон твой дом. А, это его дом. Видишь, синий? Синий — это его дом, да, получается? А твой дом — это белый. Ща приедем к нему на хату. Да, он походу едет себе на квартиру. А, нет, там еще какие-то дома есть. Его гараж. О! Типа, открывайтесь ворота. Ништяк. Тут, кстати, если вместе с человеком на машине заехать в его хату, то можно зайти. О, вот это ништяк! Офигенная тачка, блин. А другие? Нет, другие тоже там заедут. Офигенный таз. Ничего себе, вот это у него тазики, блин. Сейчас садись, и он тебе, наверное, даст порулить. Мы просто покатаемся. Офигенная та тачка. Блин, ничего себе у него тут машина. Блин, у меня почти такая же. Откуда он стукает? Это прокачанная, блин, ништяк. Отлично просто, красавица, блин. Винни Дроид 91 970. Ник чувака. Офигенная машина.
Ништяк. Сколько, интересно, стоит такая машина? 2 миллиона. Она у меня есть. Вот это ты покупал такую? Да, откуда у меня? А то, что он забронировал ее? Да, 1 миллион такая броня стоит. Миллион? Да. Ничего себе цены тут, конечно. Самая хорошая броня, даже сколько нужно, ни одной царапки. Пистолетом будет в твою тачку стрелять, и ничего не будет. Зачем? А ты сейчас там вообще тебя двигаться. Все ты Ништяк, ништяк. Да колеса еще прокачаны, да. Чувак много играет в эту игру. Видишь, ни одной царапины. Вот есть чуть-чуть тут царапки, а вообще 1 миллион стоит. Чтобы так хорошо. Сколько у тебя? 4 миллиона. Офигенный тазик, блин. О, сзади. Удерживай треугольник. Удерживай. А, сейчас сзади. За руку. Можно попробовать прыгать? Ништяк. Ух ты, автоматический тоже нормально. Так, подожди, кнопки посмотри. Кнопки это внутри. Ладно. Если там красная кнопка есть, тогда ты можешь ракеты запускать. Так. Так. Карта, давайте. Ага. Поедем тачку помоем. Посмотрим, как тут мойки работают. Там чисто помоем. Ну, ща подзырим что-то, как тут процесс. Ладно. О, на вертолете кто-то нас тут бомбит. Не бомбит, не бомбит. Просто летает. Видишь? Врежешься в машину. Она сама улетит от тебя. Может даже неаккуратно летит. Так. Где же эта моечка? Сейчас проедем чуть подальше, посмотрим. Вот.
Не здесь, что ли? Да что ты будешь делать? Да эта тачка не поворачивает. Направо поворачивай. Извини. Стоит много денег. Да? Прям уж. Там 100 рублей. Так. А, это владелец тачки. Да, сейчас он, короче, помоет. Позырим, как тут тачку мыть. Ох, ничего себе, чувак тут. Куда погнал-то? Так, а я же заехал, чё он уезжает? Это? Да. Возьми ее сейчас. Сядь. И что дальше? Хочешь оставить эту машину в себе? Чтоб твоя была. Ты ее прокачал. А, себе забрать, да? Да, стой, тогда не ломай дверь. Потому что она у тебя не сохранится. Не сохранится. Он типа это говорит мне? Нет, так я же, если заеду себе в гараж, она же починится, нет? Да, ну, может починиться, вряд ли. Так что едь аккуратно. Прикольная машина, да? Да. Ты потом вот тоже сзади нее можешь, у тебя есть. Но для этого нужно... Ты... Поаккуратнее. Сейчас тебе самое главное, пап, ехать около своему дому. Домой завести, да? Да, в гараж. Сзади. А куда он меня везет тогда? Типа погнать. Просто какое-то место. Я это место знаю. Пляж хочет тебя туда отвезти. Где лодки там? Это. Зайди в карту. А куда он делся-то? А он там, по делам уже, наверное, поехал. Так, у тебя это дом. Так, давай, знаешь, что, где-нибудь притормозим. Аккуратно, аккуратно. Где у нас карта? Вертолет. Сейчас он, короче, зацепит. Да он сейчас ее зацепит, короче. Стреляй. Как с автомата. Нет, да. Ай. Короче, R2 надо было нажимать. Удержи. Я L1 что-то, а почему он вылетел? А, так нельзя. Вон ту точку хватай. Быстрее. Вон-то? Если бы ты ее прокачал, тогда бы на тебя все смотрели. Сейчас, подожди.
Сейчас я тут заберу, просто успею, может. О, да. Нажимай крестик много раз. Он так быстрее, видишь? И треугольник сразу же. Давай, давай, давай. Пока красный свет. Давай, давай, давай. Да! Ну, Толя, Толечка. Стой. Да, подожди. Сильнее не гоняй. Сейчас где-нибудь остановись. Сейчас нормально, чтобы она у тебя сохранилась. Так, где у тебя дом? Белый. Вот. Белый дом покажу. Так. Белый. Вот. Все. Поставил точку. Есть. Туда. Аккуратно просто сейчас. Ты ее сохранишь, вообще будет очень плохо. Она вот дороже, когда ты женишься. Иди сейчас. А что тут можно сохранять эту? Да. Знаешь, как ты его прокачивает? Ништяк. Вот. Я купила тачку, но это лучше оставить коллекционную. Гоночная? Да. Вот ее как раз дали тому чуваку, который самый хороший гонщик. О, погнали, погнали, погнали. Надо этот тазик довезти. А вот тут, кстати, недалеко моя квартира, я знаю. Неподалеку. Кстати, у меня тут тоже квартира. Потом хочешь мне ко мне зайти? А, ты здесь тоже купил квартиру? Да. У меня маленькая квартира, зато тачка хорошая. У меня 4 ночи. Так, что-то полиция за мной, что ли? Нет, нет, нет. Оп. Пошел, наверх, наверх. А вон, я знаю здесь, где он у меня есть. Вот. Да, нет, туда еще. Туда. Ты тоже здесь купил квартиру? Нет, я. Это, у меня маленькая квартира, не такая же большая. Мне денег не было. Я 118 тысяч. 118? 118, да. Так, что не... Да. Чуть ответь. Так. Это транспорт. Нельзя поставить гараж, так как оно было украдено и на нем установлен трекер. Новое транспортное средство можно приобрести в интернете. А, блин, такая хорошая. А, в смысле, это чья-то машина? Нет, ты украл эту машину у человека, ну, не настоящего, не по сети. Ага. И такое нельзя украсть. Почему? Вот, блин, тебе придется покупать тачку, а ты... Есть, точно нельзя? Точно нельзя. А это не за мной менты? Нет, 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 не обращай внимания сейчас. Видишь, транспорт. Не, блин, тут, знаешь, местечко есть, где можно это, тачки продавать. Ты знаешь? Нет. Я вчера одну машину продал, 3000 заработал. А так, да, можно здесь тачки воровать и продавать. Заезжаешь, они... О, тачка вы... Выехала она, да. Так. А где ты? Скажи, бинго. Вот здесь, вот. Вот? Ага. Потом, если что, съездить туда, пару тачек продаю, потом хорошую себе тачку куплю. Или дом. У меня будет 2 дома. Показать, где мой дом тебе? Хочешь, покажу, ты зайдешь? У меня есть своя квартира там. Тачки. Сейчас, подожди. А, ты эту тачку хочешь продать? Ты тогда не разбитую тачку продал? Разбитую? А, ну, тогда если сейчас не разбитую, ну, такую поцарапанную, тогда больше денег. Ну, я думаю, что да, сейчас доедем до этого местечка и попробуем эту тачку слить. Посмотрим, сколько за такую машину дадут. Я вчера там просто обычную стрёмную тачку притащил. И мне там 3000 с чем-то долларов дали. Тебе за это миллион дадут. Да нет, ты чё, миллион один. Такая тачка, ты чё? Миллион. Прокачивай. Просто будут ли они, кстати, её покупать? Нет, там это специально вот этот гараж есть. Заходит,
Но, блин, офигенная машина, почему нельзя себе, да, оставить? Ну, такая есть машина, она в интернете продают. А чего она тогда заброшена стоит? Кто-то ее забросил, что ли, или может чья-то А, стояла? нет, это просто езжу, люди, не посетители, вот просто едут. Ну да, типа. Обычно, да. Это же не посетители, нельзя вот так взять такие машины. Так, погнали. Я бы сейчас тебе быстрее приехала. Так, ну я только Боишься? Сам учусь будешь? так. Налево. Вот сейчас поворачивай налево. Так, вроде сюда. О. А, ты есть хорошая лицо? Нет, да я же вижу, да чуть-чуть осталось. А, Вчера один из подписчиков мне подбежал в тачку, что-то там взорвал, сделал там. Ее что-то полиция конфисковала, что ли, что-то такое А, случилось. полиция приехала за ним. Да, а вон подписчик даже был. Да. Проехала. А, так это то место, где тачки продавать. Это еще в конце Майкл и Тревел. Они сюда заезжали, помогали. Прохождение GTA 5. Они сюда заезжали под конец миссии со сломанной тачкой. Не туда заехали. Со сломанной тачкой. И сюда приехали ее продать. Я помню это видео. Получается, заворачиваешь и вот туда. И получается, что тут так, трассу, средства. Она объявлена в розыск. Приобретите машину в сети. Блин! Короче, тачку нельзя, да? Вот это значит. Может, чувак тебе дал тачку, да? Это его была тачка. И она не украдена, она купила. А смотри, синий дым, это чья-то машина? Да, что синий дым в обычной игре у кого-то есть, что ли? Не, синий дым, смотри. Когда тачку прокачиваешь, там можно дым покупать. Получается, мы просто угнали чью-то машину, стояла. И а этот, чья эта тачка, мы ее это застраховали. А этот чувак застраховал ее? Да, застраховал, и получается, она сейчас в розыске. И все. Это чья-то машина, мы просто ее стырили. Если ее найдут вместе со мной, то баблос с меня, наверное, заберут. Да, потому что ты, наверное, подумаешь, что это ты. О, вообще ништяк. Ну, пока мы ее стырили, можно погонять. Это, хочешь зайти в моду поехать? Пока у тебя такая тачка. А Быстренько. как мы туда заедем? Ну, я же Давай говорю... сейчас какую-нибудь тачку просто. А вон едет впереди. Ну так, чисто доехать до моего дома. Не-не-не-не, я хочу просто это. А, себе? Да. Да не себе, я сюда хочу посмотреть, проверить. Сработает эта тема или нет? Я потому что... О, О, гараж да, это открыли. была чужая тачка. Все-таки. О, вот тут гараж, короче, заезжаешь Немножко. и типа можешь это продать машину Да. или ее прокачать или починить. Вон, видишь? Вон, А, продать. продать. Ну, давай. Продать. Продать. Продать транспортное средство. 6600. Офигеть. Вот мой костюм столько стоит. Вы действительно хотите продать это транспортное средство? Нет еще. Продать транспортное средство. Все? Все. Деньги. 6600 бабла. Ну так это можно здесь просто барыжничать вот так. Тут что-то зарабатывает, гонки.
Тормозишь тачку, забираешь, завозишь. Точно. А вон тачка. Любую тачку. Сейчас подороже, чтобы было просто. Тормози. Не-не-не, это фигня. О, вот это. Вообще за это 7 тысяч. Так что говорит. О, сейчас продадим, вообще будет клёво. Заезжай. О, все бесконечное, можно деньги зарабатывать. Я же говорю, можно здесь бабло рубить, да? Где ты уже этот? А ты тут, что-то где-то? Гонки? На гонках сколько ты зарабатываешь? На гонках, если на первое место, 1 миллион дается. А, миллион за место? Да, первое. Если еще первое место с плюсом, тогда вообще 2 миллиона. Это очень хорошо. Так, продать свое... Продать. Извините, в данный момент никакие транспортные средства не требуются. Подожди еще раз. А, в смысле, кто-то запрашивает тачку, и мы типа это... А, ты хочешь... Так, еще раз продать. Ремонт. Продать. А, короче, тут не бесконечная тема, да? Да, на время. Лучше бы вот такую тачку продали. Ну, куда я поеду? Не-не, сейчас подожди, я чё... Проверю еще раз. Может, это не на время, а просто такая большая тачка. А ты погазуй. Может, это чья-то. Сейчас, не погазую, а... А, еще раз заедешь. Да, проверим сейчас. Примут, нет? Так, продать. Не требуйте. Понятно. Ладно. Поехали-ка, знаешь что, покруче тачку какую-нибудь возьмем. А может, сейчас... такую не требуется. А ту тачку куда? Так, сейчас перекрою вот так дорогу. Ага. А вот, да. Вот отсюда хорошо едут. Так. Так, вот иди-ка сюда. Музычку тут, понимаешь, слушаешь. Что? Вон, бери мою. Хм, точно. Кабриолет, ништяк. Давай-ка вот это посмотрим. Убермач Зион кабриолет. Так, ее продать нельзя. Ее прокачивать можно, смотри. А, ее бесплатно можно прокачать. Тебе дали не за деньги ее прокачать, а на самую, значит, худшую. Фиговая тачка, что ли? Да, из-за этого тебе можно ее просто прокачать. А продать нельзя, потому что никто не возьмет такую тачку. А, и нафиг мне сюда деньги тратить. А, ты деньги не потратил, она бесплатно просто можно прокачать. Да? Ну, в смысле, вот заходишь, там сколько стоит, а вот там написано... Вон денег стоит, ты чё? Ну да, но когда... А, вот... ну машину, понятно. Да. Покинуть, да... Так, что-то я не понял, тут не каждую тачку принимают, что ли, или что? Со временем, наверное. Куда деваются мои машины, вон те, которые стоят? Так, ладно, карта. Что тут у нас? Так, ну на этом, наверное, закончим эфирчик. Всем пока.